похищенной девочки. Кто ее похитил? Сильвер. Так, что не знаю, там? Оружие по-прежнему. Что нам нужно? Выбирать. Нужно много динамита, чтобы похищенную девочку спасти. Вот и Fire Battle, отлично. Давайте, что нам еще нужно? Мне нужен только вулканический это... пистолет. Нет. Динамит, полпэк. Кроме него мне не нужно ничего. Ну все, я готов. Ты видишь эту крепость, Джек Шепард? Ты понимаешь, что сейчас будет? И там были. Угу. Смотри, у меня из-под ног земля сыпется. Везет тебе. Кстати говоря, такого сюда. Вот на обычном Red Dead я не видел. За кадром такой Джек Шепард такой со свернутой шеей, такой башка такая тук-тук-тук-тук повалилась. Я такой там. Захватили дочку фермера. Зачем людям, у которых пулеметки, пулеметы там, я не знаю, такие войска захватывают дочку фермера? Должны дочку. Почему бы им не захватить город? Город. Почему бы им не захватить город? Беги, лес, беги. Мы сейчас захватываем девочку, убиваем всех и возвращаем ее фермеру домой. Да, стой. Пикап тебе уже стреляют. Подожди, а зачем нам экспоуз? А? Захват... Защищать надо. Ворота сейчас будем взрывать, я не понял. Нам на ворота взорвать пофт. А я взял себе дробовик. Я молодец, да? Я молодец. Ну да. И че я тут навоюю сейчас? Динамит! Я думаю, тебе нужно подойти поближе. Сам подходи. Окей. Блин, шараш-то. Я прикрываю тебя, Джек Шепард. Хреново, но прикрываю. Я невидимка, я невидимка, я невидимка, я невидимка, я невидимка, я невидимка, я невидимка. Люди просто падают. Помогло. Ну да, помогло то, что ты невидимка. Они не увидели меня, благодаря моей магии. Тут два пулемета, кстати. Джек Шепард, нам вообще, кстати, нужно защищать этот ящик, не ломиться вперед. Но я думаю, с пулеметом тебе будет. Какой ящик защищать? В ящике динамит, который нам надо взять и ворота взорвать, нам написали. Было написано Protect. Я понимаю, что такое слово Protect. Ну а Protect. Я вижу, что на воротах крестик да. стоит. И чё? Protect. Протект. Протекторы у тебя на ботинках? Нет. Да. Нет? А как ты ходишь тут? Плохо. С трудом. Кто там орал? Возможно, человек, который нас тебя в голову. Это лишь мои догадки. Я ничего не хочу сказать. Но мне кажется, что вы меня не поняли. Так, сейчас подожди, будем ворота взрывать. Plant Explosive. Что ты мне еще там базарил? У меня написано дождитесь, пока носитель боеприпасов. Смотри на ворота. Зовут. Мы взорвем. Включите детонатор. Детонатор! Отдел. Ты понимаешь, что я бегаю кругами рядом с взрывчаткой и не убегаю от нее? Мы взорвем. Джек Шепард, отойди оттуда. Ладно. Тебя порвет на куски, я даже не смогу тебя. Yes. Шараш! Спесна! Ай, там слишком много, я боюсь. Защити меня, жирный мужчина. Я вылетел. Ты вообще улетел куда-то на километры. Так, зачем они так сидят? Джек Шепард, ты играть не умеешь вообще просто. Жирный, как поезд пассажирный. И с ним я бегаю. И он меня не спасает. Смотри, спецназ работает. Как? Тихонько, аккуратно. Выносит голову. Хедшот. Это хедшот. Мне не нужен хедшот, мне нужен хедшот. Я в шляпу ему попал. Хедшот. Зачем тебе хедшот? Вообще, это как это произошло? Я не знаю. Летели пули. А знаешь, как они просто стреляют в тебя вот с этой стеночки?
напротив тебя. Сверху, да? А, вон вижу, шляпа чья. Понятно. А ты знаешь, что им нравится обычно? Динамичный. Там некому дарить динамит, Джек Шепард. И всех убил. Угу. Может быть спокоен. Ой. К нам приближается пони задний человек. Сейчас он выйдет сюда прям. Или нет? Я вижу, он был внутри здания. Мне страшно, давай обойдем это здание. Тут вход один вообще. Ну ладно. А, ну это логично, раз мы взрывали ворот. Получайте, мусора! Я ничего не боюсь, из-за стены такой бежал. Ладно, пора врываться. Ну, прощай. Как ты угадал? Смотри, у меня пятка торчит, они могут меня вникнуть. Вечно меня вытягивает. Вверху вон, вон наверху. Ретроид. Минус один. Мирамиго, мучачо. Гриндо. Вылазь уже, идиот и кусок. Давай, давай. Блин, он просто ствол высунул, он стреляет наверх. Вот что ты будешь с ним делать? Он бежит. Нет. Я целюсь ему прям в голову. Он говорит, проблема. Он мёртв. Это, говорит. Обыщите. Да ну нафиг. У-у-у, там сколько их. Офигенски. Сколько людей убить надо будет. Я занял очень выгодную позицию. Убить охранников. Заложников. Да. И заложников убить, и охранников. Мы поняли, спасибо, погнали. Мы можем. Нам сказали и делаем. Сказали всех убить. Значит, надо всех убить. Такие придурки. До свидания. Я включил. Ой. А, не убьет меня. Where are you? Stupid. I'm right here. Я у женщины спрашиваю, где она. I'm here. Да мне пофиг, где ты. Он что, просто умер? Ее здоровье, оказывается. Я убил человека. Я просто бежал к человеку, он такой свалился на попку. А я бегу, тут, короче, такая лужица крови, и в ней шляпа лежит. Что бы это могло значить? Да, наверное. Че ты двигаешься-то? А как нам к ней попасть? Ну, наверное, надо... Подняться? Да не, 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 не. Я не могу в дверь попасть, такой жирный. Как по поезд, да, напомню. Угу. Она бежит куда-то. Она бежит куда-то, может мне ее убить? Не убить ее, нет? Че делать? Нет, она нет, бежит. Нет, нет. Ладно. Ты в панике сразу. Она бежит. Ой, женщина. Тан-тара-та-тан. Моя любимая. Иди ко мне. Иди ко мне. Эта дама со мной. Нет. Ну ладно. Она со мной? Нет. Ну ладно. Со мной. Лошадь, прости. Ты видишь, я с ней внутри остался. Я никуда не поеду. А блин, тогда вы точно успеете все. А-а-а, гони. Гони. Ты только не тряси там, аккуратней. Ну да. Вы там карету-то тоже не трясите. Да нет, мы-то что? Там поклажки на этом отправили. А то начнут там в этот играть. Чё работает? Адрес. Почему он встали? Не знаю, здесь какой-то похожий на Сергея Лукьяненко. Ковбой. Клёво. Убей его. Ковбой, а не Сергея. Это я тебя знаю. Я сломал одну лошадь, извини. Не хотел. Ты сломал нашу. Знаешь что, я тоже хочу лошадь сломать. Можешь ты, могу и я. Ты смотри, мы ускорились. Ну да. Вместо четырех жирных лошадей, две жирные лошади лучше. Ну конечно. Это правило номер один. Вы помогли Блэкпа. Ну да. Чего, блядь? Что ты скажешь теперь? У нас одна лошадь, ты понимаешь это? Одна лошадь. Я сейчас тебя запрягу жирным мексикашком. Да я, по-моему, быстрее. Хочешь, направо заверну, и мы пойдем вниз? Нет, ты должен выполнить это задание.
ты же шикарен, я думаю. Жизнь заложника полная, жизнь лошадей вообще никакая. Так, это одной, кстати, пешеходная дорога. Управлять, как в Тетрисе, короче. О, а вот это наш дом с тобой был, помнишь? Ага, да, да, помню. А вот это очень опасно. У меня все под контролем. И у моей одной лошади, которая выжила. Да, мы там парик слетел. Баклажки трясутся, показывают, значит, все в порядке. Ой, кактусы. Ой, еще один. Нет, ну покупает прав, я не знаю, это же. Саленс! I kill you! Доскочи ты уже. Я сейчас все, я кидаю один мир. Ты меня запомнил. Нет! Нет! И по напасть. Так, по-моему, я больше уже никогда не смогу. Убивай людей. Такой толстяк в шляпе влазит, с окошко гасит и обратно. Ну, блин. Это стоит ведь. Там внутри-то хорошо. Оп. Как? Пораньше не мог? Я... нет. Нет? А у тебя камера вообще вперед смотрит или назад? Она крутится вокруг. Оу, ага. Ноу, oh, no, она кричит, ты понимаешь? Ну, говорит, близко. Ой-ой-ой, там, смотри, что там на ранчо. Офигеть. Может, и мы как-то обойдем? Смотри, как мы въезжаем. Мы со взрывами въезжаем, как пафосные парни. Мы въезжаем в фирму. Ой, задело. Что это было? Чекпоинт, я выхожу. Почему они не оставят нас одни? Ну да. Бандитос, сеньоритос. Куда она бежит? Дура. Какая женщина. Че она? Куда она бежит? Помогай мне ее спасать. Блин, я застрял в туалете. Ты охренительный напарник. Помогай мне. Блин, я застрял в туалете. Я видел сейчас. Everyone's dead. Я такой, просто упал, крутанулся. Ну, кроме этой надписи, больше ничего не видим, по-моему. Все время. Ой, The Hurt какая-то теперь будет миссия. Мы девочку, конечно же, спасли. Ну, ладно. Мы спасли девочку с тобой, ты понимаешь это? И не важно, что мы умерли. И что ты тупо сдал. И что ты застрял в туалете. Я застрял в туалете. Ой, отстойничек. Я тебя на путь правильно не направил. Ну да. Вот здесь вот, по-моему, ты можешь выбирать нашу игру. Вот тут, нет? Или нет? Возможно. Я не знаю. А, мы снова киднаппинг делаем. Ладно, научить получу взять. Нужно взять. Нет, нет. Я вот этот вот брал, но он мне не понравился. Хотя там Винчестер, по идее. Репитер, вот я вот это возьму с бутылкой огненной. I'm ready. Иди сюда. Yes, you are. Иди сюда. Сюда, иди, слышь, чё? Слышь, чё? Эй, чуваки. Народная мексиканская забава. Прыгать голышом через кактус. Да. Нет, он прёт. Those bandits, yes, yes. Оу, oh, yeah. Ну что, давай, я в тебя верю. Верь мне. Отпустая! Ты такой все-таки... просто промолчу. Ну тебе ведь понравилось. Ага, просто... Мы с тобой смогли. Слушай, у меня пушка отличная. Чё у тебя? Пушка отличная. Нет. Как нет у себя? Так нет же. Сделал. Тогда же. Там такой Стивен Сигал такой. Опа! И умер. Мне кажется, мы должны сейчас медленно и пафосно идти и убивать их все. У меня снайперка не могу. Да? Я попал одному в живот, он лежит, мучается и там страдает. Со снайперки в живот. Ты гений. Это, как говорится, а почему бы и нет? Ну да. Ой!
Джек Шепард, что, пафосно получилось, нет? Ну да, он меня с одного метра с пулемета расстрелял. Зачем я подошел? Да нормально, что ты. Нет, не отсюда, не подходи! Ладно. Я-то просто все делаю по уму, а ты... Это ваза даже тоньше, чем ты. Это самая толстая ваза, которую я видел в своей жизни. По-моему... Это что-то базарит на мексиканском. Я никого не слышал. По-моему, ему сейчас довольно страшно. Он мертв? Не знаю. Кажется, мне без разницы. Я просто стреляю. Да? Освежусь. Ай! Курки. Кстати, никто из нас дебилов не взял взрывчатку. Беги назад. Давай, ты сможешь. Я устал. Уникальный метод диеты. Бегать за взрывчаткой. Что? У меня есть эксплосивис. Почему она не взорвалась? Вообще, это конечно, это очень не по так физике. Круто кидать коктейли молотого в человека с динамитом. Ну так почему он не взорвался, я спрашиваю. Нормально, я говорю. Жирдяй в огне объятый бегает. Я рекомендую вам сходить и нажать кнопку. Зато у меня теперь черная одежда. Дерни детонатор. Это как в этом Бэтмене. Где детонатор? Где он? Ты не мог отдать ему человеку с улицы. Теперь я взорву. Подойди поближе. Еще ближе. Ну вот голос сорвал. Еще ближе. Давай я так буду пафосно идти, а ты взрывай. Ты только... Нет, ты развернись и иди от взрыва. Пафосные мужики не смотрят на взрыв. Так, сейчас подожди. Давай. Так. Тру-тру-тру. Та-та-та. Еще минут 20 пули умер. Уже. Это, по-моему, самое тупое прохождение вообще. Я готов платить за деньги. Готов? Кстати, может ты уже перестанешь брать меня за то, что я тут бегаю, нет? Думаешь, пора? Ну блин, как-то, блин, я не знаю, надо. Оп, нежданно мог включиться. Человек просто не ожидал, что я голову убивать надо. Человек не ожидал, что ты дебил будешь по ключицам стрелять. Надел шлем на голову, да? Ага. Защитил грудной клетку. Ты меня не убьешь. А тут наев включится. Такой, блин, как ты посмел? Я был не готов к этому слову. Я убил последнего. Как... Ну зачем ты это сделал? Я просто хочу убивать людей. Вот, прикинь, ничего не могу с этим поделать. I'm just killing people. Dead people. Everybody. Every day I'm shuffling. А у меня нет больше огненных бутылок, я их все на тебя потратил. Хорошо. Это как бы умно, нет? Кто-то, возможно, спросит, зачем? Но я отвечу, потому что клево. И пойдёлась там. Блин, я чуть девчонку не выстрелил. Хорошо, что она пригнулась и показала, что она не хочет меня убивать. Так я бы мог. Ой. А мне кажется, ли ты заодно с ним, потому что ты тоже в шляпе какая-нибудь у них. Так это ж мои. Твою налево. Они взбунтовались пить. А почему теперь чекпоинтов? А почему мы в прошлый раз не получили? У нас же был чекпоинт. А почему мы начали сначала? Я не знаю. Я тоже не знаю. Ой, я в лошадь прицелился. Зачем? Ну, прицелили или какие-нибудь стреляли. Они где-то по тебе стреляют, но я их пытаюсь убить. Пока ты пытаешься, я их убиваю. На, скотина. Преха, каброн. О, это женщина была. У меня опять чекпоинт. Женщины, детей. Мы всегда убиваем лишь женщин и детей. Не поодиночке женщины, не поодиночке детей, а женщины. Ну да. Ты нарушил правила. Так. Где там моя... Она бежит к тебе.
Дунья. Устрою встречу, она такая... Милая. Эгвит, разуй свои глаза. Че, теперь ты нас повезешь? Теперь я. Конечно. 200 рублей, пацанчики, довезу куда угодно. Только если, конечно, лошади не будут против, потому что я их загоняю. Они идут за нами. Идут, они идут. Блин, прикольно, так лошадь убрала. Только я сейчас камень. Ты задний ход. Отстойный водитель. Хорошо, хоть коробка, автомат. Блин! Можно я водителя поселю, а не лошадь? О, тут так удобно в лошадей целиться. Да, вообще капец. Теперь я понимаю, почему ты не держался. Я убил трех лошадей. Угу. Почему мы едем в курс? Что с нами? Нормально все, нормально, не волнуйся. Ладно. Почему на тебе написано бандито? Мы же убиваем бандито. И гринхорн. Так что молчал бы. Я зеленый рог. Это хоккей. И толстый мучачец. У меня лошади остановились. Одна мертва. А, понятно. У меня мозг потек. Сейчас пожди. Половина лошадей мертва. И все остальные умрут. Заложник не вернется домой. Ты понял? Ну да, мы с одной ехали нормально. На самом деле да. Мы с одной ты нормально. Понял? Такой, а почему намек на меня вообще? Я не понимаю, что такое? Замолча! Почему чекпоинтов так много? Гладиолус, нет? Да, ну, окей. Привыкай. Нас там ждет засада, Джек Шепард, что нам делать? Ну вот не это ни разу. Я не вижу, куда мы едем. Я вижу, куда мы едем. Ну ты слишком пьян, чтобы разобрать. Я чуть лошадь не попал. Но потом мне пристрелили лошадь. Тебе, не ты. Когда-то... Ой, это что, это такое? Да... Когда-то ты умел ездить, но эти времена, блин, слишком давно. Тихо. Кактус. Сломал его. Что мы делаем? Это просто дикозападный дрифт. Сейчас. Где-то. Лошади плохие просто. Кривые. Ведь наши персонажи, скорее всего, чьи-то отцы. Да. Представляешь? Привет, твой папашка сегодня что делал? Да так. Ой, еще люди. Да, иногда будет даже полезно стрелять. Я стрельнул. А вот когда обычно на лошади скачешь, если ее загоняешь, она тебя сбрасывает. Как это? Все, я мучу. Куда этих загоняешь? Almost home. Может ты остановишь телегу, мы вот отсюда всех с тобой стреляем? Ну, может быть. То есть ты не уверен? Вполне возможно. Я сижу, мне норм. Или ты хочешь телегу бросить? Ну, пусть она там не сидит. Или она с нами выходит. А хрен ее знает. Их там слишком много. Давай, хорошо. Ой, у меня кактус полетел. У кактусов, оказывается, по физике разрушаются. Да. Это impossible. 2010 год. Угу. Ну-ка. Почему не попадает? Ай, жжется. It hurts. Hobbits. Hobbits. Тихо. Вон там наверху вижу кого-то. Ну так справа, мужик. Нет, все. Так упал. А, больно, говорит. Исчез. Он просто исчез. Все, я пошел запаркую. Так, мучачо, вставай давай. Я помог Джеку Шепарду, как я помог, если я уже давно не занимаюсь этим телом. Ты им никогда не занимался. Давай будем честны.
Куда ты поскакал вообще? Там все еще люди. Нет там людей, там эти мутанты. Ну точно. О-о-о, хорошо пошел. Мне нехорошо, Джек Шепард. Вот. Мне дурно. Они внутри дома или сзади? А нет. Мы сзади. Давай, у нас есть преимущество, мы крутые. У нас всегда есть преимущество. Да. У тебя тут лучше. А у тебя мой жир. Че, она будет идти, нет? Подожди. Леди, мы приехали. Может, ее надо напугать огнем? А ну вылазь из кареты. А, ты должен дальше ехать. Вот же крестик, тупица. Не надо никого пугать огнем.